находится оправдание. Сложность характера. Говоря, вот выходит, что все идет, а делится быстро, оригинален. Ругает политику смелый парень, похвалит политику патриот. Противоречив, ну и что ж такого, молодосерина ерунда. Обрякнет скандальное где-то слово, мы рядом же выправим, не беда. И вот все сносятся, все стараются, а он еще радостней громче шумит. Ему это сложно сейчас понравится. Вот так и живет он, грешит и кается. Кается снова и снова грешит. Подумай так только в живых общениях, как бывает в наши дни, в науке, в пьесах, в стихотворениях. Банальной и надуманной трескотни. Преподносят вам место симфонии какой-то грохочущий камнепад. Вы удивляетесь, где же симфония? Это же дикая какофония. Нет, сложная музыка, говорят.